Похоже, у нас появилась зацепка. К нам в контору пришел один мужик. Говорит, есть какая-то информация, но выдаст ее только тебе. Помнишь Гектора Соломанку? Старый коллега, брякающий звонком, который скорее возрется, чем поможет нам. Не, вообще не помню. Он хочет курнуть трубку мира, но говорить хочет только с тобой. Ты поедешь туда только через мой труп. Кэнк, спасибо, что приехал. Мистер Соломанк, вы хотели мне что-то сказать? S-O-S-I-K. О. Ну все, спасибо. Спасибо, я знаю буквы. Выговорился, может еще разок попробуем? S-U-K. Да-да, все ясно, все. Простите, пожалуйста. Ну, в этот раз хотя бы не обосрался. Считаю прогресс.